Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Алонсо Гонсалес де Беругетти, испанский художник, скульптор, архитектор, считается самым важным скульптором испанского возрождения, известен своими эмоциональными скульптурами, изображающими религиозный экстаз или мучение. Родился в городе Паралес де Нава. В 1488 году изучал искусство под руководством своего отца, художника Педро Беругетти. Его семья выбрала юриспруденцию для его профессии и получила для него официальную должность, которую он занимал в течение многих лет, вероятно, задолго до того, как посвятил себя искусству. После смерти своего отца Беругетти отправился в Италию, чтобы продолжить изучение искусства, проводя большую часть времени во Флоренции и Риме. Его картины, созданные в Италии, демонстрировали влияние маньеризма. Искусство его сравнивали с такими современниками, как Якопо Понторма и Россо Фиорентино. Во Флоренции монахини Сан-Джеронимо наняли его закончить алтарный образ, оставленный незаконченным после смерти Филиппа Липпи. Вернулся в Испанию в 1517 году, а в 1518 был назначен на должность придворного художника и скульптора Карлом V Испанским, который поручил ему много работы в Мадриде. Вырезал рельеф Воскресения в соборе Валенсии. Однако, поскольку он не последовал за императором Германии в 1520 году, он не получал королевских заказов на картины. С этого момента своей карьеры Беругетти сосредоточился в основном на скульптуре. В 1519-м сотрудничал с Филиппе Бегарни на могиле кардинала Хуана Сальваджа в церкви Санта-Инграсия де Сарагоса. Его работы включают алтарь в Ирландском колледже Саламанки, хоры в соборе Толедо, гробницу архиепископа Толедского в больнице, которую основал Тавера, больницы святого Иоанна Крестителя в Толедо. После обучения в Италии он вернулся к испанской традиции изготовления деревянных скульптур. Умер в 1561 году. В 2019 году 40 раскрашенных деревянных скульптур Беругетти были выставлены в Национальной художественной галерее в Вашингтоне. Ну, вот так вкратце из Википедии о Алонсо Гонсалес де Беругетти, испанском художнике, скульпторе и архитекторе. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.